Физкульт, привет! В марте 2015 года состоится первый блогерский поход к перевалу Дятлова. Целью данного мероприятия достаточно пафосная по нашим сельским меркам. Ни много ни мало, мы хотим группой сделать значительный вклад в популяризацию российского туризма с рюкзаком. Но у нас есть предпосылки для того, чтобы ставить такие масштабные цели. Это первый поход, в который пойдет большое количество блогеров с огромной, я бы сказал, аудиторией. Аудитория наша 500 тысяч подписчиков. Поход будет состоять из трех частей. Первая – спортивная бегалыжная. Предстоит преодолеть 300 километров на беговых лыжах по снегоходке. Снегоходы, которые будут прокладывать эту самую дорожку, повезут большую часть груза нашей экспедиции. Вторая часть нашего похода будет художественной. Мы хотим поснимать красивые кадры, таймлапсы, различные панорамы и, конечно же, собрать из этого невероятно красивый фильм о Северном Урале и перевале Дятлова. И еще нескольких секретных местах, о которых сейчас я не буду рассказывать, потому что они секретные. С собой мы берем очень хорошего фотохудожника. Конечно, снимать на видео он пока не умеет, но ему в помощь мы взяли еще кучу блогеров и хороших видеооператоров. Поэтому надежда на то, что мы действительно привезем классные, красивые материалы. Часть третья, походная. Эта часть представляет из себя автономный туристический лыжный поход. Наша группа преодолеет вдали от цивилизации более 120 километров, несколько перевалов, посетим вершины и, конечно же, выйдем на перевал Дятлова и гору Мертвецов. И там все хорошенечко разведаем. Предстоят ночевки в полевых условиях, палатка зима, печка, кое-где холодные ночевки без печки. В общем, все будет по-настоящему и по-честному. И теперь самое интересное. Во время подготовки путешествия, да и в самом походе, большая часть нашей группы, состоящая из блогеров, будут делать привычное для себя дело. А именно записывать разные интересные видео. О том, как готовиться к походу, о том, какие трудности встали на пути, о том, что случилось с группой Дятлова, о том, как выглядит природа Северного Урала. В общем, массу всего суперинтересного. И все это вы сможете посмотреть на каналах участников. Конечно, я возлагаю на данные видео большие надежды. Очень хочется верить, что они смогут подстегнуть многих зрителей к самостоятельным путешествиям по нашей большой стране. Теперь немного информации о нашей команде. Григорий Соколов, известнейший видеоблогер, больше чем 200 тысяч подписчиков, знает, как открыть консерву голыми руками и как выжать в тайге с помощью ложки и перочинного ножа. МША, ведущий канала Urban Tourism, больше чем 200 тысяч подписчиков и невероятные его видео-сталки о походах в Чернобыльскую зону отчуждения и другие объекты, секретные объекты, построенные руками человека. Видеоблогер «Русская воля». Почти 20 тысяч подписчиков смотрят его туристические походы, смотрят обзоры снаряжения. Макс Липатов – опытный турист, видеоблогер из Одессы. Его невероятно красивые фильмы о туристических походах посмотрели сотни тысяч людей. И я уверен, что тысячи после них отправились в свои самостоятельные путешествия. Блогерам в данном походе будут помогать туристы-спортсмены из горной секции МФТИ. Миша Волков – замечательный, очень сильный лыжник. Миша будет замруководителем данной экспедиции. Игорь Шварцберг – видеооператор. Снимать он начал во времена кассет ВХС. Макс Попов. Многие мои подписчики уже знакомы с этим участником, потому что он ведет свой собственный видеоблог. Ну и еще с Максом мы сходили не один поход, в том числе известный поход по Байкалу. Ну и, конечно же, руководитель похода, ваш покорный слуга Денис Доропей. Надеюсь, со мной вы уже знакомы.
Итак, скоро на этом канале и на других каналах участников похода вы увидите процесс подготовки, да и сам поход к перевалу Дятлова. Не отписывайтесь. С вами был Денис Доропей. Это была Школа туризма. Пока-пока.